Жара, конечно, непривычная под Питером и в Питере, но такое ощущение, что живем во времена бездумных ритмов, алгоритмов, хотел сказать, когда за тебя думают. Ну, в том плане, что мне знакомый звонит и говорит: ты не поверишь, Паша. Я говорю: что такое? А у нас отопление включено. Я говорю: в смысле включено отопление? Как это? Лето. Ладно, мало того, что лето, так и плюс 32, плюс 34, и это в тени. А оказывается, в некоторых районах Петербурга, ну, последовательно запрограммировано в будущем, ну, проверка системы отопления, она будет длиться несколько дней, и вот она запущена, и не важно, что люди парятся, что это, наверное, наверняка влияет на здоровье, ну, не молодым людям уж точно тяжело придется жаркую без того погоду. Придется терпеть жару снаружи и внутри. Проверка отопления. Тут стараешься идти теневой стороной, что называется, по темной стороне улицы, чтобы меньше солнышка схватить. Это мне напоминает, если касаться моей профессии, есть такой, он не буду говорить, есть одна такая база отдыха, достаточно известная, и раньше был там один руководитель, арт-директор, скажем так, который, вот когда наплыв отдыхающих, он может перекинуть мероприятие и провести его. А в тот самый момент, когда, ну, никого нет или мало народу, провести другое мероприятие. Ну, а тут, скажем так, последние года в этой базе отдыха появился другой руководитель. Не, он по-своему хорош, но он как алгоритм. Вот его как запрограммировали, есть программа, неважно, есть отдыхающие, нет отдыхающих, стоит концерт, значит, надо его показать. Вот точно так же по плану отопления нужно проверить, значит, не паримся, пусть парятся те, у кого отопление проверяют. Вот. Брат.